Всем доброго денечка. А у нас творожный перекус. Не знаю, видно вам или нет через камеру. Через камеру он не так смотрится, но творожок прям желтенький такой хороший. Фермерский. Конечно, больше он для малышей. Малыш, а где маленький шейх? Шейх, ты что сидишь там? Давай, беги к нам. Шейх, он играет там, веселится. Взрослые так более равнодушно к творогу относятся. А малышня вот лопает с удовольствием. Бусенок, зови пацана-то. Ты проверяешь, что они кушают? Творожок кушают. Феюшка тоже подъедает немножечко творожок, да. Ну, Лялюшка еще тоже молодая, ей тоже полезно, да? Скажи, да, Лялюшка, полезно мне. Кто тут лопает? Пацан так с удовольствием лопает. Кто молодец? Будет сильным, крепким, зубки будут хорошие. Девчонка сейчас тоже подойдет. Девчонка тоже кушает. Шейх! 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 Все пока плохо откликается, да? Плохо откликается. Видите, УЗИ имена свои знает. А этот там мячик закатил и довольный. Надо сейчас сходить за ним. Да? Сходить за малышом-карандашом. А то что это? Нужно же приучать его к имени, к его, да? Чья тут попа? Шейхова попа! Шейхова попа! Пойдем творог лопать, шейх. О, Милуська тут кусит. Ну, а как шейх относится к творогу? Господин шейх. Ой, да как он лопает-то. Лопает он прямо такой. Ой-ой-ой, закрутился. Милуся, не надо пугать ребенка. Не надо, миленькая. Правильно скажи, шейх. Я и обойду. Давай, лопай сначала, а потом будем целоваться. Все бы ему целоваться да обниматься, а? Вот. Так что малыши помаленечку творог едят, ну потом и большие подъедят. Поэтому я насыпаю в одну тарелку, чтобы не распределять, потому что прям по многу они на него не кидаются, даже маленькие. Милуся, скажи, а я вообще никому не дам. Хоть и мне особо творог и не надо, но скажи, но надо. Поохранять иногда хочется, да? Ну вот, такие вот у нас дела. А мы всем желаем хорошего настроения и замечательного дня.